люблю вас обеих. И какой бы выбор я ни сделал, все равно будет неправильным. Да что ты говоришь? Может, ты нам еще объяснишь, как правильно иметь несколько жен? Или, может, предложишь нам жить втроем? Точнее, в шестером. Почему в шестером? Как почему? Мы трое. И трое наших детей. Как трое детей? Так, трое. Ты че, с ней спал? Ты мне изменял? Я подаю на развод. Так больше продолжаться не может. А знаешь, что самое мерзкое во всей этой ситуации? Я поняла, что уже автоматически спокойно проживаю все твои измены.